В марте 2022 года пропала связь с украинским фотожурналистом Максимом Левиным, освещавшим события, связанные с военной агрессией Российской Федерации на территории Киевской области. Тело журналиста найдено на территории села Гута Вышгородского района. Известного фотожурналиста Макса Левина российские военные убили двумя выстрелами из стрелкового оружия. Но на сегодняшний день, наверное, из там, общего количества снимает войну 5%, наверное. Это очень важный этап в жизни нашей страны, это история. И если я буду не там, то я буду чувствовать себя не в своей тарелке. Ну, пропаганда, да? На любой войне. Но если мы подменяем пропаганду документальной фотографии или наоборот, ну, это уже мы становимся такими, как российские пропагандисты. И если мы в одном месте врем, значит, в другом месте мы тоже можем соврать. Мы-то в рай попадем. Во-первых, там, где есть пропаганда, мы не сможем никогда это использовать в истории, потому что это нечестно. Залишившись там, де вже тебе не знайти. Світ на до і після розпадеться сам, якщо немає мети. Попіл моїх марень, як хмари твої в небесах, не помирай, і наостанок похмурий рай, сонний світанок, краплі роси у просвітах і ран. Дітей, 200-х вивозили, мирне населення, запахи та звуки, наче в перший раз у вересневій воді. Ті, кому не легше, позабудуть нас, якщо не тепер, то тоді. Попіл моїх марень і хмари твої в небеса не помирай, і на останній похмурий рай, сонний світанок, краплі роси на світах і рано. Звільна униз, голос ледь чутно, чи пуст у погляді мутно, мрії твої, чиєсь майбутнє, так завжди. Не помирай, і наостанок похмурий рай, сонний світанок, краплі роси у просвітах і рай.